Так, давайте возьмем, прокачаем танк. Я предлагаю прокачать мотор. И все. Да, прокачали. Ну ладно. Вот моторчик прокачали. Все хорошо. Так, ладно, не будет у меня защитная эта колпачка стоять. Но зато у меня есть штучка такой вот, тяжеловес. Которая поможет мне разрушать предметы. Ого, нифига себе. Так, ну здесь гор-то в принципе нету, зачем мне? Да, с одной стороны. Какой-то... Какая-то защита, нет. Нам нужен двигатель, двигатель мощный. Сейчас посмотрим, сколько мы проедем. Можем ли победить... Ой, свой рекорд побить. А чуть не перевернулся, слушай. Да, но здесь если перевернешься, то твоя защита она особо не поможет. Да, колеса надо прокачать. Как-то сильно мне не переворачивалось, было лучше сцепление с дорогой. Так, и поехали. Оп-о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 п. Нифига. Так, стоп, стопы, стопы, стопы. 700 метров. Ох, 400 осталось метров. Проедем, не знаю. Будем стараться. Так, бензинчик. Thank you. И давайте аккуратненько дальше будем ехать. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тихо, здесь надо потише. Аккуратней. Так, 300 метров стал. Да ё-моё, так у меня ж прокачанный двигатель. Ой, фигня какая. Да, разбился на фиг. Так, поедем в гоночку поиграем. Так, нет топливного расстояния. Давай возьмем вот этого. Вот эту тачку. Всё. О, что-то у меня медленный. Ах ты, рейсер, смотри, мы против них же, да? Считаем, мы против них... Ой, деремся, деремся. Да, Ариэль какой-то. А кто там сзади едет, интересно? Вижу я его или нет? Да, ё-моё, это вот тачка более прокачанная, чем у меня. Ага. Надо мне вот этот грузовичок свой все-таки прокачать. Хорошенечко причем. Да, жалко денег. Так, вот и бензин закончился. О, хорошо, у меня здесь стоит такая штука турбинная. Давай, давай. Так, она будет у меня работать? А, у меня сейчас она выключится. Давай, 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 давай. Есть, рекордик. Хорошо. Как хорошо, что мы сюда доехали. Ой, надо еще что-то у него там прокачивать, но не знаю, что в этой машинке. Так, а ну-ка, что здесь у нас? А, прыжки, прыжки. Я вот эту беру машинку. Поехали. Фига, что там за дядька-мутант какой-то. А ну-ка. Давай, 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 давай. Опа, 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 опа. Так, 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 так. А, время закончилось. Ладно, чуть больше проехали. Ну, хорошо. Так, разрушение объектов. Ну, у меня танк. Танк, я прокачал движок танку. Поэтому... Да, стали лучше разрушать, вот уже все канитель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, быстрее, 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 быстрее. Так, валун тоже пробили. Так. Сейчас здесь надо. Вот, быстренько тут все разрушить. Во, нормально. Не, доеду до финиша или нет? Блин, давай-давай, чуть-чуть до финиша осталось доехать. Давай-давай-давай-давай. Есть! Мы прям доехали до финиша. Крутяк, крутяк. О, господи, боже мой, какой же этот выбрать? Давай вот этот выберем. Поехали. Так, кто-то вообще на танке решил поехать. Сумасшедшие. Опа! Ё-моё, вот неудача какая. Ладно, ничего страшного. Тогда на мотороллере я буду аккуратненько ехать. Оп-о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 п. Есть поворотчик. Так, а что у нас тут? Надо к финишу доехать. Если бы мне баги дали бы. Вот на баги бы, ребятки, я проехал бы далеко.
Опа, все. Фух, нифига себе. Ладненько. Давайте. Так, не получится у меня здесь кувырочек сделать. Ах. Так, берем. А, я не взял. А что, у меня магнит не стоит здесь? Так, нет, не стоит магнит. Мне вот утяжелитель здесь вообще не нужен. Надо что-то поставить другое сюда. Он вообще здесь не нужен, ускоритель. О, давай, к финишу доедем. Ой, ну хотя бы к финишу доехали. Ну, это радует. Новый рекорд у меня, прикинь. Предыдущий 7000, а сейчас 8000. Вау, на 22-м месте я, да? Ага, как-то так. Первый Джокер. Ох ты, какой он мощный. Ну что ж, ладно, подождем. Так, детали, давай вот это уберем. Поставим магнитик. Ага, ну, в принципе, пойдет. Подвеску давай прокачаем. Все, поехали. Я здесь еще ни разу не ездил, оказывается. Нифига себе. Ну ладно, надо этот драндулет прокачивать. Мой. Ага. 2000 у нас. Сколько мы здесь проедем, интересно. На таком моем драндулетике. Давай. Аккуратно. Не падай. Так, 500 метров проехали. Ну, уже... Хорошо. Ну, мало, конечно. Надо... Опа, сюда, к башкой, главное не стукнуться. Ох ты! Чуть-чуть, ребята. Я мог стукнуться в башкой. Да. Опасно здесь. Смотри, как он мотыляет, а? В разные стороны. Стоп. Блин. Да лучше бы я просто бы ехал бы. Давай сделаем повтор. Подвеску повысим. Так, а что у нас дает подвеска? Устойчивость на высоких скоростях. Вот это как раз мне нужно. Устойчивость на высоких скоростях. Наверное. Может и нет. О, сегодня вообще жарко на улице. Плюс 31. А завтра будет постепенное похолодание. Так. Давай. Едем аккуратно. 700 монет заработали. Еще немножечко. Хорошо. Мне еще танк бы немножко прокачать. Думаю, 4000 мне. 4000, вот где я сейчас возьму 4000, скажи мне. 1000, может быть, сейчас мы собираем. Так, а здесь я проеду аккуратно. Интересно. Да, смотри, как хорошо проехали. Без торможений. Угу. А, вот смотри. Опа, вот так вот надо было мне и раньше делать. А я, видишь, притормозил. Ой-о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 й. Так, а может, почему не исчезаете? Тихо. Не переворачивайся. Едь аккуратно. Так, забучили песочки. Так, проехали, хорошо. Так. А, вот здесь это будет. Досточка вонючая. Опа, нифига себе. Нормально. Нормалек. Угу. Чуть не перевернулись, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь опасно было. Так, ну вот, смотри, откуда у меня 1400, я не понял. Что-то монет. А, мне еще эти мешочки дают, я что-то. Не подумал. Ну, за мешочки эти спасибо. Так, а здесь у нас будет досочка вот эта, да? Я уже не помню. А, нет. Пока нету. Ух ты, а как это головой еще не стукнулся, смотри. Так, что у нас за препятствие будет, уже не помню. А, так, ну это мы перепрыгнули нормально, спокойно. Так, аккуратно едем. А, вот это вот. Во, нормально.
столкнулись мы. Так, здесь проехали. Но вот последующее будет сложнее. Опа, новое препятствие. А, как я так разбился-то? Алло!